последний месяц весны зацветает сирень. В это время сирень ослепительно яркая и красивая, с великолепными цветами. Душистая, вся состоящая из крохотных цветочков, напоминающих то ли звездочки, лепесточки. Красивая скандинавская легенда о сирени. Скандинавы уверены, что сирень создали солнце и радуга. Богиня весны, разбудив солнце и радугу, смешала лучи солнца с пестрыми лучами радуги и начала щедро сыпать их на ветви деревьев, кустов. И всюду появлялись цветы. Земля ликовала от этой благодати, от этой красоты. Смотрите, какая красота! А вы знаете, что на Востоке сирень является символом расставания влюбленных. В Англии – цветком горя, несчастья. В Германии она любима и почитаема. Весной сиренью украшают дома, сплетая цветки в венки и делая букеты. В Украине сирень выращивают в садах и парках. Девушки гадали на сирене и говорили, что если найдешь цветок из 5 лепестков, значит будешь счастливой. Существовала примета, что в доме, возле которого посажена сирень, любовь будет вечной. И я вам желаю крепкой, счастливой, вечной любви. А сейчас я говорю вам пока, пока. И до новых встреч в наших новых видео.